Нередко уход от греха требует вообще изменения всей жизни человека. Оставить... Ну, это, конечно, вообще покаяние – это изменение всей жизни, всего к ней отношения. Изменение отношения к людям, изменение отношения к своему служению, к воспитанию своих детей. Покаяние – это изменение всех своих мыслей. Вот все, что в миру есть, все похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Всего этого надо отгребаться и искать только Царство Божие. Так вот, чаще всего люди и говорят, атакуют греховные мысли, воспоминания. Так это очень даже хорошо. И потом... ничего человек с этим сделать не может. Говорит, мысль пришла. Пришла, конечно. Или дождь пошел. И вот человек уже в ужасе. А что? Нет, уже согрешил. В ужасе человек не должен быть. Если человек в ужасе, значит, он по своей гордости считает, что он уже безгрешный. Ему Господь напоминает, ты грешник и есть... грешник. И если ты спасешься, то только по милости Божией. Нужно все время держать себя в состоянии смирения, в нищете духу. Вот в себе выдавливать синдром отличника. Все время хочется перед Богом быть на высоте. Да, все время, батюшка, вот научите, как будто это можно учить. Тому нельзя научить, может только и спросить у Бога спасение. Нет, упорно человек думает, что вот если он 16 раз будет эту молитву читать, 11 раз другую, любит очень всякие цифры такие, 40, 12, 100. Вот буду читать 100 Иисусов молитв. Ну а почему не 98? Что так прям магия какая-то? Цифр, чисел. Ну, вот 98. Не в этом же дело. А дело в том, что помилует тебя Господь или нет. Если увидит способность твою воспринять это помилование, помилует? Конечно, совершенно верно.